Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Джеффром Вейперс МД, я рад приветствовать вас на своем канале. Привет тем, кто присоединился к данному видеообзору, те, кто подписан, а также те, кто не подписан. Итак, я для вас подготовил очередной видеообзор со всеми техническими характеристиками на абсолютно новый девайс от компании Wendy Vape совместно с Alex from Vapers MD. Это обновленный баг Berserker Intel RTA версии 1.5. Итак, давайте-ка мы не будем затягивать данное интро, погнали в клоузап, где мы рассмотрим данный девайс во всей его красе. Погнали! Berserker MTL RTA версии 1.5 приходит в стандартной небольшой коробке из плотного картона. На лицевой стороне есть название Berserker MTL RTA версии 1.5, логотип и название компании Wendy Vape, а также логотип дизайнера Alex from Vapers MD. С обратной стороны указан адрес, аннотации, социальные ссылки производителя. Ну и сбоку указан цвет устройства, в моем случае он стальной. Внутри коробки находится обновленный бак Berserker MTL RTA версии 1.5. Металлическая колба, 510-й долиринный дриптип, стандартная синяя отвертка, запасные оринги, пара запасных винтов, два преднамотанных койла и запасная насадка из долирина на дриптип. Берсеркер версии 1.5 выполнен из нержавеющей стали и доступен в четырех цветах. Это радужный, стальной, ганметалл и черный матовый. Ну а теперь немного технических характеристик бака Берсеркер версии 1.5. Итак, размеры бака. Высота с 510-м дриптипом 47,7 мм. Диаметр 24 мм. Итак, данный бак состоит из пяти основных частей. Это база, пирекс-стекло или металлическая колба, купол, совмещенный с верхней площадкой для заправки бака, верхняя крышка и 510-й комбинированный дриптип. Итак, в целом база сильно не изменилась. Стойки здесь остались классическими, как и в предыдущих версиях Berserker. Но некоторые изменения все-таки есть. В первую очередь это обновили винты. Раньше они были гибридные, ну а теперь они либо под шлиц, либо под крестообразную отвертку. Стали они чуть более массивнее для лучшего крепления койла. Итак, слот для обдува спирали тоже изменился. Был он круглый, а стал продолговатым, что позволяет обдувать спираль по максимуму. Также изменились отверстия для укладки ваты. Они были немного уменьшены и пропилены до самого дна чаши. Ну а по краю базы расположен оринг под стекло. Кольцо для регулировки обдува теперь стало съемным и удерживается на двух орингах. На самом кольце есть накатка в виде капель. Крутится кольцо в обе стороны очень плавно и есть стопор. Под самим кольцом расположены 5 отверстий с диаметром 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 мм для удобной регулировки вашей затяжки. На нижней части бака присутствует стандартная информация. Ссылки, логотип производителя, серийный номер и название самого бака. А также мы видим позолоченный и хорошо выпирающий пин. Итак, в комплекте есть одно пирекс-стекло и металлическая колба. Со стандартным стеклом объем вмещаемой жидкости составляет 2,5 мл. Ну а с металлической колбой объем вмещаемой жидкости увеличивается до 3 мл за счет внутренней обработки. Да и на самой колбе есть гравировка названия бака. Купол, совмещенный с верхней площадкой для заправки бака. Сам купол имеет сферическую форму обработки, как и в предыдущих версиях, и это нас будет радовать отличной вкусопередачей. Сверху нет больше той контрагайки, которая позволяла фиксировать купол и менять его на другой. Теперь это цельная конструкция. Верхняя площадка имеет два больших отверстия для заправки бака. Она, кстати, чуть больше, чем в предыдущих версиях. И еще там появился внутренний оринг для плотного закручивания верхней крышки. Стоит еще заметить, что в верхней части шахты есть небольшой пропил. Сделан это для того, чтобы весь конденсат при парении не собирался между дриптипами шахты, а понемногу стекал вовнутрь. Верхняя крышка тоже изменилась, теперь у нее другая форма и дизайн. Очень печально, хотелось бы увидеть ту самую старую крышку. Но приятно то, что на ней также остались те пропилы в виде капель, что позволяет более легко захватиться и открутить верхнюю крышку. Снизу нет больше оринга, но есть большой внутренний пропил, что делает крышку намного легче. Ну и сверху расположено стандартное отверстие под 510-й дриптип. Ну а теперь 510-й дриптип. В комплекте их две штуки. Один металлический со съемной насадкой из долерина или ультима, и есть еще один полностью из долерина. Снизу дриптипа есть два оринга, с их помощью они удерживаются плотно на крышке бака. Что ж, настало время запустить данный бак.
Чертовски хороший обновленный баг Berserker MTLRT версия 1.5 от компании Wendy Vape совместно с Alex from Vapers MD. Итак, дорогие друзья, вот мы вернулись с клоузапа, настало время поговорить или обсудить плюсы и минусы данного девайса. Итак, первый минус. Минусов-то здесь-то и нет. Есть одно личное мое мнение, мое имхо, которое мне не очень понравилось, это верхняя крышка для заправки бака. Не то, что она мне не понравилась, она мне нравится, но все-таки я привык к тому старому доброму дизайну, которое было в предыдущей версии. Но это опять же мое личное мнение, поэтому извините, так оно и есть. Итак, не будем на этом заострять внимание, поверьте мне, здесь плюсов предостаточно. Что ж, давайте мы перейдем к плюсам данного девайса. Итак, первый плюс хочу поставить за внешний вид и дизайн данного бака. Очень хорошо, очень классно все сделано, лаконично, красиво. Второй плюс хочу поставить за хорошую комплектацию, за богатую комплектацию данного бака. Здесь есть все, абсолютно все, даже та самая синяя отвертка. Третий плюс хочу поставить за хорошее качество исполнения данного бака. Компания Wendy Vape, как всегда, на высоте, делает хорошо, годно и прекрасно. Четвертый плюс хочу поставить за удобную установку койлов и за удобную укладку ваты. Пятый плюс хочу поставить за съемное кольцо регулировки обдува. Теперь оно съемное, теперь можно до него добраться, почистить, промыть и поставить обратно. Шестой плюс и немаловажный хочу поставить за кастомизацию данного бака. Теперь вы можете увеличить объем вмещаемой жидкости, имея предыдущую версию Берсеркера на 24 мм. Ну и последний плюс хочу поставить за внутренние дизайнерские решения, за массивные винты и за углубленные пропилы для укладки ваты. Итак, таковы были плюсы и минусы данного девайса. Настало время поговорить о его цене. На разных интернет-площадках я нашел данный девайс в пределах от 26 до 33 долларов, что я считаю очень хорошим и годным ценником. Хочу выразить огромную благодарность компании Wendy Vape и Алексу from Vapers MD за предоставленный мне образец на обзор. Кстати, все ссылочки вы найдете в описании. Итак, хочу сказать огромное спасибо за просмотр данного видеообзора. Если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь прямо сейчас. Подписывайтесь на мой инстаграм, а также на мой ВК. Не забываем ставить лайки, а также комментировать в этом видео. На этом все, дорогие друзья. С вами был я, Джефф from Vapers MD. Всем до свидания и до новых встреч. Пока-пока.